цели требуется... Опять сейчас дрыком стало. У него встает шерсть дрыка вот до сюда. Вот. Когда он злится, на кого-то ругается, у него до сюда достает дырком. Здесь что происходит? Смертельный диагноз – острый миелобластный лейкоз. Позади курс химиотерапии, но... И она опять встает. Смотри, ее приглаживаю, она встает. Чтобы операция прошла успешно, необходимы редкие препараты стоимостью почти 4 миллиона рублей. У семьи таких денег нет, но помочь может каждый. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, ничего не чувствует, и следовать инструкции. Угу. Лечение нужно начать как можно скорее. Смотри, ее приглажу, она опять встанет. Больше всего на свете 13-летний Тимур любит играть со своим младшим братом и смотреть на его улыбку. Это помогает отвлечься от очень тяжелых мыслей. Что происходит? В январе неожиданно вернулась смертельная болезнь Тимура.